января, сегодня 6 января, с Рождеством, а мы сегодня в Балаклаве. Такие вот красивые виды открываются на бухту. Балаклава, у меня есть все. И поля, и горы, и море. Мы наверху. Да. Фу, теперь уже точно. Где это? Когда ты нажимаешь на экран, сам включайся. Папа, держи. Оборонительное сооружение Второй мировой войны. Большая Севастопольская тропа. Меня, меня, куда?
набережная Балаклавы. Служба спасения. Тут вот уже рядышком над этими оборонительными сооружениями находится сама бочка смерти, на которую любят ездить туристы. Взяла я вас сегодня в прогулку. Такое вот видео у нас получается. Сейчас дойдем до бочки смерти, потом пойдем в Балаклаву. Не знаю, может, поднимемся еще на Генуэзскую крепость, может, нет. Вот видите, вот там вот у нас Севастополь. А внизу под Балаклава. Ну, пошли смотреть. Вот она, бочка. Никто не забыт, ничто не забыт. Время постройки форда Южная Балаклава с 1912 по 1915 годы. Представляет из себя бетонные казематы, орудийные площадки, систему рвов глубиной в 2-3 метра. Через каждые 8-10 метров устроены лестницы шириной в 4,5 метра. Через каждые 30 метров сооружены ниши площадью 3 квадратных метра. Ранее это было все электрифицировано. Сама бочка смерти – это сооружение из листовой брони, нависающей над обрывом. В стенах и полу прорезаны бойницы. Если верить народной молве, то в этой бочке расстреливали красных комиссаров и сбрасывали вниз, за что она и получила свое зловещее название. Также эти укрепления служили и во время Второй мировой войны. Висит. Куда остановиться? Говори. Очень тепло. Фух. Явно не новогодние праздники здесь, конечно, здесь очень-очень-очень весенняя такая погода. Да хочется пикников, шашлыков в такую погоду. Дальше мы с вами спускаемся в Балаклаву. Это населенный пункт на юго-западном побережье Крыма. До 1957 года имел статус города. В административном отношении является частью Балаклавского района Севастополя. Территориально отделен от остального Севастополя незастроенным пространством в несколько километров. Балаклавская бухта – одна из самых удобных бухт на Черном море для швартовки кораблей. Бывшая база подводных лодок. Она узкая – 200-400 метров и глубокая – до 17 метров. В ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Сейчас Балаклава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и большим количеством памятников, но и окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах, и живописные скалы у мыса Яс с порогами и гротами. Недвижимость в Балаклаве, конечно же, дорогая. Она есть разная. Есть, как вы видели, мы сейчас проезжали постройки старенькие, которые уже требуют капитального ремонта снаружи, совсем не презентабельные. И даже в таких квартирках, вот однокомнатных, жилье превышает 2 миллиона рублей. Вот. Далее, конечно, есть квартиры более новые. В зависимости, конечно же, от квадратуры, от места расположения. Опять-таки, квартира это или дом, уже цена отсюда и исходит. Ну, цены есть, конечно же, в интернете, можно всегда посмотреть, если интересует. Дальше мы направляемся к набережной. На набережной у нас основные достопримечательности — это музей подводных лодок, Генуэзская крепость,
Чамбала. И сама набережная очень красивая и живописная. Пляжик там очень маленький. Основные пляжи находятся при выходе из бухты. Туда в основном добираются на катерах. Хотя есть пляж, в который можно спуститься и по лестнице. У меня было видео такое, можете открыть, посмотреть. Конечно, сейчас с большим количеством туристов, вот даже в новогодние праздники, сколько их было, кто на своих машинах, сразу имейте в виду, что припарковаться очень сложно. И нужно так курсировать по набережной до тех пор, пока месь кто-нибудь не освободит место практически. Вы можете видеть, мы сейчас заезжаем в бухту, какое количество машин здесь находится. Сама бухта от движения перекрыта. Ну, не полностью, а во всяком случае, та часть, которая является городской набережной. Поражает, конечно, само количество рыбаков на набережной. Хотя там очень много яхт, катеров различных и, ну, как бы масла, вот, отработка, все равно нефтяные вот эти вот пятна на воде, и все равно люди ловят рыбу. Их это не смущает нисколько. Вот мы видим уже и набережная. Можно полюбоваться разнообразием картин, сувениров, магазинчиков. Тут же на набережной есть и гостиницы, кафе, рестораны. Вдалеке виднеется Генуэзская крепость, ее башни. Пойдемте погуляем с вами. Устрицы, мидии, раки, рапаны. А камбалу почем торгуете? В этом кафешке про Крым фильм снимали. Да, достопримечательность такая, кино здесь снимали. Летом здесь столики ставят. Вот такая вот она, избушка рыбака. Всегда готовая свежая рыбка. Тот же рыбаки. Это что такое? Ну там же ж есть куда-то дальше проход. Вот, смотри. Генуэзская крепость. Вот они, башни. Мы пытались их реставрировать, но так и не закончили. Вот проход на набережную дальше. Это городской пляж, оказывается, тут. Ни разу не было, сколько. Гуляли. Ой, тут ветер.
коты какие жирные тут рыбой питаются. Да, пойдем. Такой городской пляж в Балаклаве. Основные пляжи все из бухты надо выходить. И куча медузок мелких. Купим, Данил, купим. Конечно, как же без балаклавских сувениров? Данечка, Слава, отойдите с дороги. Слав, отойди, пожалуйста, отойди. Мам, купи мне топор. Что? Не, мы уже так и покупали с тобой, Данил. У меня вот не было топора. У меня не было дубины. Что-то так у нас быстро эти все сувениры ломаются. Платьишко красивое. Народ гуляет, на улице тепло. Ой. У нас прогулка сегодня по набережной, по Балаклаве. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. До встречи.